Что хочет женщина? Ну, если мы опираемся на какие-то такие, наверное, базовые штуки, ну, для того, чтобы обеспечил потомство в будущем. Быть уверенной, защищенность. Я проигрываю на этой войне. Ну, хочет потомство. Я проигрываю на этой войне точно. Так, ладно, ну, я запишу потомство. Существует набор всяких разных установок, представлений в общественном пространстве, которые как-то по умолчанию в нас входят, и мы находимся в ощущении, что мы в курсе истины, как она есть. Да? Но на самом деле мы просто, что нам в голову надуло, то мы используем в качестве когнитивной модели происходящего.